Сейчас информация загружается? На сайте указан. Я подумаю сейчас. Поняла вас. Ага. Что вас интересует? У меня в стиралке инверторный мотор. Понял, секунду. Так, сейчас. Тесла еще так тоже инвекторный. Информация загружается? Ну, конечно. Нет, почему? От 1200. Они в наличии тоже есть, да? На сайте есть информация. Условно. Сегодня у нас новый формат видео, где мы пытаемся позвонить в другие климатические компании и что-то для нас узнать нового. Изначально мы планировали это как пранк, как своеобразный стёб, но в итоге после обзвона нескольких компаний мы выяснили, что очень много полезной информации и решили это превратить в оценку консультаций климатических компаний. Я думаю, если кто-то из нас смотрит владельцев компании, им будет полезно узнать какие-то вещи, может быть, доработать своих менеджеров. Нам тоже будет полезно доработать наших менеджеров. Ну, в целом, то есть такой полезный контент. Ну что, поехали. Здравствуйте, меня зовут Галина. Чем могу помочь вам? Здравствуйте, я хотел кондиционер купить. Угу. Так, что вас интересует? Ну, подобрать кондиционер, сколько стоит? Бытовые, верно? Ну, в квартиру. Угу, да, поняла, хорошо. Так. Сейчас вам подскажу. Сейчас информация загружается, пожалуйста, минуту. Так. Какие-то пожелания имеются по характеристикам техники? Просто хороший. Инверторный мотор, допустим. Это что такое? Так, хорошо. Инверторный мотор? Да. У меня в стиралке инверторный мотор. А в кондиционере-то как? Да, ну за счет этого... Тише работает техника, соответственно. Так. Ага. Так, сейчас информация загружается. Благодаря данной характеристике инверторный мотор повышает производительность. То есть работает на протяжении всего времени, за счет чего не выключается при достижении заданной температуры. Он уменьшает производительность за счет уменьшения числа оборотов компрессора, чтобы поддерживать микроклимат в комнате. То есть что позволяет работу кондиционера осуществлять гораздо дольше. Mm-hmm. И эксплуатация, собственно, длительнее выходит. Mm-hmm. В рамках какого-то определенного промежутка времени. Ну, то есть довольно-таки долгосрочная работа техники выходит за счет данной характеристики. Угу. Так, сколько стоит? В каком-то оформлении, допустим, белый, золотой, серебристый. А, да, белый, наверное. Белый, обычный. И каких предпочтений нет? Не-не, белый, обычный белый. Так, у нас имеется... Угу, поняла вас. Хорошо, у нас имеются кондиционеры в ценовой категории от 41 тысячи до 100 и более тысяч. То есть все зависит от того, в какую сумму вы хотели бы уложиться. На какую площадь рассчитываете? То есть имеется от 13 до 20 квадратных метров, от 20 до 25 квадратных метров. Ну, 25 метров мне примерно нужно. Так, я вас поняла. Так, у нас имеется два кондиционера в ценовом диапазоне 45 500 рублей и 49 100 рублей. Так, сейчас по характеристикам я вас также проинформирую. Это всего два там, да, на эту площадь, да? Два варианта всего? Нет, почему? Более имеется, просто сумма уже более, так скажем, дорогостоящая, то есть также за 64 800 рублей, 89 500 рублей и далее уже от 40 тысяч. За 40 и за 60, у них разница в чем? Так, сейчас вас проинформирую. Так, за 45 500 рублей. К нищеброду меня приравняло. И за 64 800 рублей. Так, сейчас отличия я вам также предоставлю. Во-первых, охлаждение, то есть мощность охлаждения в данной технике, которая
у нас имеется кондиционер Haier Tundra DC за 45 500, мощность охлаждения от 1200 до 3200, соответственно, и также энергоэффективность класса А. Далее имеется уровень звукового давления, тоже различные режимы также. Соответственно, корпус у него будет белым. Так. Потребление за мощность 750 ватт. Вообще, в целом, так я смотрю, по характеристикам различия бывают только в расходе воздуха, то есть в модели, которая дороже 550 метров в кубе на час, а модель, которая подешевле, идет 450 метров в кубе на час, и максимальная длина в метраже, то есть кондиционер, который дороже, идет от 20 метров, а кондиционер, который подешевле, от 15 метров. И габариты, соответственно, немного различаются у них. А больше ничем не отличаются? Так. Это вот производитель компрессора, то есть различные производители. Это вот... уровень звукового давления. То есть при эксплуатации особо уровень звукового давления роли какой-то не играет, так как этого при эксплуатации особо незаметно. Так, а как у вас на сайте они называются? Вот которые за 45 и которые за 64, вы сказали, да? Так, да. Кондиционер Haier Tundra DC. Это инверторный, да? Так, мотор, да, инверторный у данных моделей. Это Tundra, я понял. А второй какая модель, 64? Coral Expert. А, этот Coral, это я смотрел на сайте Coral, да. Он, в принципе, симпатичный. Он стоит 60 тысяч, да? Ага. Да. Так. Да, 64. Это, а какой... Вообще, в целом, данные модели обе хороши. То есть, все сейчас, исходя из ваших предпочтений и ценовой возможности, так скажем. А это с монтажом цена уже или без? То есть, при эксплуатации обе модели достойные. А эти две модели... А что еще раз вас интересует? Это с монтажом у вас цена или без? Это без монтажа. Необходимо установку уже производить самостоятельно. А, вы не ставите, да? Нет, мы не ставим, мы не устанавливаем. Я понял. Так, ну тогда скажите еще, этот вот Coral, он работает на тепло? Ну, он как... Так, на тепло. А, вы имеете в виду тепловой режим? Ну да, да, да. Так, сейчас уточню эту информацию. Пожалуйста, оставайтесь на линии, хорошо? Ага. Так, вижу, что... Так, да, обе данные... Так, данные модели, что та, что другая, работают в диапазоне на нагрев. В диапазоне температур первая работает, та, что подороже, от минус 20 градусов до 24 градусов максимальная. Та модель, что за 45 500 рублей, она от минус 15 градусов до 24 градусов, соответственно. То есть это на нагрев диапазон рабочих температур. Также имеется диапазон рабочих температур на охлаждение. В первой модели у нас, которая Coral Expert, от минус 10 до 43 градусов по Цельсию. Модель, которая Tundra DC, она идет в диапазоне от 18 градусов до 43 градусов ага. на охлаждение. А это где они собираются, эти вот, вот эти кондиционеры? Ну, по качеству как они? Вас не интересует... Страна производительности? Ну да, 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 да. Китай? Так, производство Китая у нас идет, да. И компрессор там хороший? Что еще раз? Компрессор, к сожалению. Компрессор там хороший, какой-то японский или обычный, китайский? Да, конечно. Компрессор хороший. Так, по поводу производства сейчас не уверена, уточню информацию, хорошо? Ну, не, если не знаете, ладно, это не, я не, ну, не, не, не такая важная информация. Да, производитель компрессора. Угу. Да, у нас различные у данных моделей производители. Угу. Ну, там ладно. У одних фирма Хангли, у другой Аниджа. Как? Угу. Еще раз не понял, как еще раз сказали? У модели фирмы Coral Expert, фирма Хангли. Ага. У модели Tundra DC Cunigan. А, я понял название. Ну, я так и не, ладно, не знаю, не слышал.
Так, скажите мне еще. А вот если получается, если я вас куплю, а мне смонтируют его, ну, я найду монтажников там где-нибудь, ну, на профи.ру там где-нибудь. А, по гарантии мне как обращаться в итоге, если мало ли что-то с кондиционером случится? И сколько гарантий по времени? В таком случае гарантия у вас стоит 5 лет на данной модели, соответственно, расширенная. Далее, если же возникнут какие-то дефекты и так далее, вам необходимо будет обратиться на горячую линию клиентского сервиса. Да. Я могу вам предоставить номер телефона, чтобы вы могли в дальнейшем уже обращаться, соответственно. Также вы можете обратиться по вопросу установки также на данную горячую линию. Вам могут предоставить контакты наших авторизованных сервисных центров, и далее уже в данных в сервисных центрах необходимо будет уточнять, есть ли такая возможность произвести процедуру установки техники. А, я понял. Ну, тогда, в принципе, вопросов нет. Сейчас я почитаю про эти модели тогда и дальше уже перезвоню. Хорошо, я вас поняла. В таком случае еще как-то могу помочь вам? Нет, спасибо, все понятно. Пожалуйста, оставайтесь на линии для оценки консультации. Рада была помочь. Всего вам хорошего. Угу. До свидания. Да, до свидания. Пожалуйста, оцените предоставленную консультацию по пятибалльной шкале, где 1 – минимальная оценка. Спасибо за предоставленную оценку. 5? Ну, впечатление о Hire Online, конечно, необычное, но, в принципе, я не ожидал от них чего-то другого. Это просто интернет-магазин, который торгует техникой Hire. И, в принципе, у них на сайте все достаточно понятно, просто расписано, чтобы люди сами выбирали. Они ничего не консультируют. То есть девочка, которая приняла звонок, она просто читала все данные, которые у нее есть на сайте или в скриптах. То есть человек работает, просто не понимает в технике. Она именно зачитывала данные, которые где-то у нее написаны. Ну, скорее всего, сайт или скрипты. А Wi-Fi надо было спросить, знает ли она, что они будут в диком. Хороший вопрос, да. Можем мы ей перезвонить, спросить, да, потом. Wi-Fi, да. Но посоветовала, опять же, она потом сказала, типа, что из моих предпочтений предложила мне варианты, но на самом деле я предпочтений своих-то не говорил. Я спросил наоборот, там, что за 60 тысяч кондиционер какой. Она предложила Coral. Ну, то есть... Coral Expert. Но сначала она тоже сказала, из моих предпочтений, ну, это не мои предпочтения были. А, так, что еще? Ну, то есть, в принципе, она не специалист по кондиционерам. Ну, она поспрашивала вопросы, там, цвет, площадь. Она как чисто как калькулятор, она подгружалась. Если вопрос спрашиваешь, она подгружает в информацию в свою голову и выдает. Только она характеристики рассказывала, длину трассы, нахрена это покупателя знать? Да, все вот эти параметры, которые она читала, конечно, я и сам могу прочитать, и мне это не важно. То есть тут нет никакой экспертности, просто скрипты и информация, которую я и сам могу подчеркнуть на их сайте. То есть, соответственно, и посоветовать она ничего не может, то есть она сравнить она тоже не может. Она говорит, что и тот, и Coral Expert, и Tundra, это, по сути, она сказала, одинаковые, отличаются лишь какими-то незначительными параметрами, а Coral Expert значительно отличается от Tundra, ну прям разница огромная. И про него можно было много чего сказать интересного, что она, конечно, не сделала. Не предложила мне другие какие-то кондиционеры, то есть она в них не особо понимает, для нее они все одинаковые. Она не специалист по кондиционерам, еще раз повторюсь. И это просто тупо зачитывание каталога, информации из каталога мне как клиенту. Ну, эта консультация для меня была неценная. Вот так. Оценка? Ну, я оценил ее на 5, чтобы ее не наругали на всякий случай. Я-то понимаю, что их просто не учат знать, их учат читать. Но опять же, она, скорее всего, не только ведь по кондиционерам, а вообще по всему магазину, а там... Ну, это уже не мой вопрос. Они их могли разделить. Не, мы же сразу на нее попали. А, ну да. Нам не спрашивали. Да, может, она там вообще одна. Но хотя, если она там одна, она должна вообще знать там все. А по нашей 10-бальной шкале... Та же самая 5, только уже по 10-бальной шкале. Ну, от нее нет пользы просто. Пользы как для клиента нет никакой, мне вот как клиенту никакой пользы. То есть, ну, как бы я бы оценил ее на 0. Она просто приняла звонок, прочитала характеристики. Ну, не на 0, ладно, она же предложила нам и Тундру, и Coral Expert, хотя у них особо больше нечего предлагать. Ну, ладно, поставим для начала на 5. Она не сильно
Хотя отторжение тоже возникало, когда она читала вот эти вот все характеристики. Это... Да, то есть там прям было слышно, как она гуглила, что такое. Да, да, это прям вот меня сразу так столько информации, вот это лишние какие-то децибелы, кубатура, как она кубатуру как-то еще назвала хитро так. Я... Да. Какое-то непонятное слово, я даже думаю, нет. Вот не нужно это все говорить. Если вы меня смотрите, никогда не говорите вот эту информацию, лучше фишечки ваши. У вас есть на сайте, у каждого кондиционера, практически у каждого написаны фишечки. Ионизатор, там еще что-то. Да, это... там описание прям классное. Но... И на некоторые, не на все, но есть классное описание. По компрессорам она сказала Higley, да? Это Higley, да? И второе, на этот дешевый компрессор у Higley, я забыл, как называется, но она тоже как-то... Вообще речи... Не-не-не-не-не-не, вот этот... Она просто как корявую назвала как-то. Kingham. Ну да, наверное, мы такое ни разу не видели. Это новый компрессор. В общем, ну да, 4. Поставим 4, чтобы было не так обидно. На Меркли 7. Меркли 6. Меркли теперь 7 после этого. А, ну да, тут все подается в сравнении, но мы еще следующих оппонентов не слышали, поэтому пока так. Потом, может быть, поменяем немножечко таблицу оценок. Пока трудно ориентироваться. Звоним следующему. Компания Климентов, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Да, здравствуйте, слушаю. По кондиционеру подскажете? Что вас интересует? Подобрать какой-нибудь хороший кондиционер. Хорошо, какая у вас площадь помещения? Ну, примерно округленно 25 метров. Угу. Инверторный, не инверторный вас интересует? Ну, наверное, инверторный вроде лучше. Получается. Я вас понял. Какой-то конкретный бренд рассматривали? Нет, я смотрю разные. Я вас понял. Секунду. Так, смотрите, по сайту можете посмотреть кондиционер LG. Артикул товара 333-72. Подойдет на площадь 25 квадратных метров. Инверторный уровень шума 19 дБ. По стоимости 62 900, скидка 15% через корзину действует. Так, 62 900 минус 15%. А как это через корзину? Оформляется заказ через корзину, вбивается промокод и будет скидка. А промокод какой? На сайте указан. А, это чем LG хорош этот? Уровнем шума, энергопотреблением, визуально. Так, сколько стоит его монтаж у вас? Стандартный 10900. Так, 10900. Это как у всех до 5 метров? До 3 метров, на сайте есть информация. А, до 3 метров. Там в корзину как бы это все, ну, входит, если у меня корзина под окном? Стандартный монтаж, входит установка внешнего блока под окно, делается сквозное отверстие, трасса протягивается длиной до 3 метров, внутренний блок ставится рядом на соседнюю стену, видимо, отрезок трассы закрывается белым пластиковым коробом длиной до 1 метра. Это стандарт. Все, что идет дополнительно, оплачивается сверху согласно прайсу, который есть на нашем сайте. Но вот у меня просто внутренний блок, а рядом с окном. Но если у вас есть свободный доступ для этого монтажа, если у вас не вентилируемый фасад, если у вас нет предписания от управляющей компании по поводу вывода дренажа в канализацию, то должны вложиться в стандарт. Так, и по срокам это когда можно все сделать? 1-2 рабочих дня, доставка, установка. Монтажники могут сразу забрать кондиционер, ну, привезти его? Да, могут. И тогда еще скажите, вот если сравнить его с Higher кондиционером LG? Смотря какой линейкой по Higher сравнивать. Higher мне предлагали Coral DC какой-то инвертор. Ну, разница только в том, что в Coral будет стоять Wi-Fi. Хотя здесь в LG, в принципе, он тоже есть. Разница будет так. Сейчас скажу. У Coral выше энергопотребление и разные компрессора. Сейчас в Coral идут китайские, в LG родные собственные стоят. Они лучше, да? Да, надежнее. 10 лет у них гарантия на компрессор идет. Угу. Так, ну то есть я сейчас оформлю через корзину заказ, и мне потом перезвонят, да? Вам перезванивают, означает дату, которую вам удобно. Так, ну, наверное, все понятно. Хорошо. Спасибо.
Да, не за что. Всего доброго. Компания Климатов, не понравился менеджер, как разговаривал, делал какие-то отсылки все время на сайт. Такое ощущение, что он делает мне одолжение, то, что разговаривает со мной, как с клиентом. Ну, мне не понравилось. Предложил неплохой кондиционер LG. В принципе, нормальный вариант по цене, не знаю. Сразу предложил скидку. Монтаж у них недорогой. Правда, до 3 метров идет. Опять же, при каких-то доп. Работах все время отсылал на сайт, не пытался даже ничего узнать. Ну, как-то вот мне не понравилось, я бы не взял. И оценка? Оценка, да. Наверное, оценка 3, да. Кстати, ну, вот, да. Прям 3, да. Свою работу сделал, особой заинтересованности в голосе не было. Вариант, кондиционер, допустим, окей, лыжи вроде норм. Про монтажу толком ничего не объяснил, ссылался на сайт. Вопросы Никки не спрашивал. Не-не-не, он не спрашивал, он должен был сам спрашивать, он ничего не спрашивал. Осведомленность, как-то мало. Мне кажется, просто они мало что спрашивали про кондиционеры. Ну и он не мало. Не поверили, насколько он шарит. Это понятно, но он должен не спросить меня, что мне нужно. Да, то есть он просто сразу предложил какой-то вариант, не опираясь... Да, предложил толком не на что. Пальцем в небо, но предложил неплохой вариант, по сути, LG. Только на один вопрос опираясь, инвертор, не инвертор. Да. Площадь, это как бы... Да, инвертор и площадь, все, больше ничего ему не нужно было. Предложил сразу готовый средний вариант. Ну, с одной стороны, предложение хорошее, но то, как он все спрашивал и предлагал, мне не понравилось. Личное мнение. Вот такой получился выпуск. Пишите, интересно, неинтересно, что думаете, комментарии ваши. Все пишите, мы все читаем. Примеры вопросов, которые можно задавать менеджерам, или еще какие идеи, обязательно пишите. Рубрика только начинается. Предлагайте все, что есть на уме. Если данный формат вам понравился, не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Ведь в следующем выпуске будут такие интересные компании, как Русклимат, Фреоникс и наши друзья Август Климат. Не пропустите. А у меня на этом все. До новых встреч. Пока-пока.